Кухня ЖКХ. Где вы храните свои квитанции за квартиру? Это большая неуклюжая папка или коробка? Документы нужно хранить 3 года, и вы делаете правильно, что складируете их. Но теперь можно не тратить на это место в квартире, если получать онлайн-квитанции. Некоторые кировчане уже несколько лет получают их на электронную почту. Генеральный директор управляющей компании «Актив Комфорт» Сергей Торхов рассказывает, что в этом году поставщики услуг снова задумались о продвижении электронных платежек. Когда у нас появился дефицит бумаги в стране, то одно из предложений было перейти на онлайн-квитанцию. Но не все такие продвинутые интернет-пользователи. Ну, хорошо, не сэкономим всю бумагу, давайте сэкономим часть. Это тоже здорово. Как примем решение, наверное, все же дадим такой клич переходить. И сегодня уже, кстати, часть пользователей, им удобнее получать интернет-квитанцию. Если он живет не по своему адресу, а квитанция у нас выписывается на квартиру, на определенное помещение, ему удобнее получать онлайн. 5%, наверное, у нас сегодня квитанций высылаем онлайн, а хотелось бы 50%. В том числе меньше печатать, меньше затрат. И больше гарантий, что вы эту квитанцию получите. Тут не приходится зависеть от исполнительности почтальона и надежности вашего почтового ящика. Правда, в управляющей компании считают, что иногда бумага выгоднее интернета. Для чего нужны квитанции? Мы на них прописываем какую-то оперативную и нужную для собственника информацию. Она всегда у него под рукой. Если вы пользуетесь интернетом, хотели бы перестать квитанции получать по старинке, подскажем. Делается это просто, и в Кирове возможно со счетами что за газ, что за свет и тепло, что за капремонт, что за услуги управляющей компании. На сайте у поставщиков услуг есть формы либо в личном кабинете, либо в виде баннеров на главной странице, где нужно лишь вбить номер лицевого счета и адрес электронной почты. У вас, правда, не будет коллекции желтых или тоненьких уменьшенных платежек, но вряд ли для кого-то это большая потеря. Кухня ЖКХ.